Здравствуйте, дорогие друзья! Наступил 2021 год. Я поздравляю вас с Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым. Мы все столкнулись с сильным врагом в лице пандемии. Кто-то болел, кто-то ушел в вечность, а кто-то еще борется с этим вирусом. Мы не знаем всей правды и, возможно, никогда не узнаем. Но я точно знаю, что Всевышний сильно возлюбил каждого человека. И сегодня я хотел сказать бы Богу о том, что мы все, жители всех стран и континентов, очень сильно нуждаемся в Нем. Мы просим Его простить за дела, за слова, за мысли, которые оскорбляют и расстраивают сердце великого и мудрого Создателя. Господь показал безусловную любовь еще 2020 лет назад. И сегодня наше время показать эту ответную любовь к Нему. Искреннее отношение друг к другу. Любить ближнего, любить самого себя. Отказаться делать зло. Поступать с другими так, как хотелось бы, чтобы поступали с нами. Быть примером для окружающих. Поднимать упавших. Утешать пострадавших, искать мудрости, обретать новые знания. А ложась вечером спать, быть уверенным в том, что нашим днем, прошедшим, Господь остался доволен. Если вы согласны, то мое прошение будет простым. Отец Небесный, прости нас за то, что мы отступили от Тебя, забыв, что Ты лучший врач, доктор, утешитель, защитник. Друг, открой наши глаза, сердечные глаза, чтобы видеть Твоими глазами. Открой наши уши, чтобы мы были чуткими к Твоему голосу, даже когда Ты говоришь через людей. Научи нас послушанию, благодарению, смирению, мудрости. Исцели болящих, защити слабых. Даруй смелости боящимся. Освободи нас. Благодарим Тебя и склоняем пред Тобой не только наши колени, но и наши сердца. Агака суда. And heart. Aber auch unsere Herzen. In our hearts. Im сердце. O Yachtan. Los corazones. Друзья, я желаю вам отличного 2021 года. И пусть этот год будет удивительно яркий и позитивный для каждого из нас.